Ну что вы от меня хотите? Да, у меня до сих пор, мне кажется, детская травма от просмотра «Рабыни Изауры». Это Стас, а это Дослот Ньюс 2, выпуск 3. Сегодня мы в Москве, снимаем в клубе People. Сегодня здесь презентация какого-то клипа, какой-то группы. Как она называется? Как называется группа? Группа называется Слот Лип Ангел и Демон. Вот. Да. Он сказал все правильно. Самое? Затрудняюсь. Ответить?
Общаться. Общаться? Много общаться. А много общаться что такое? Дружба. А дружба что такое? Бензопила. А бензопила это что? Механизм. А механизм это? То самое. Это был микс, басист экс группы Slot Rock. Это Никита. Привет. Это не тот Никита, о котором вы подумали. Это Никита совершенно другой. Вчера он дебютировал в Рязани. Очень круто. И теперь мы сейчас поиграем в игру. Хорошо. Что сегодня здесь происходит? Сегодня здесь презентация клипа «Ангелы и демоны» группы Slot. Что такое Slot? Это группа. Что такое группа? Это сборище людей, которые играют вместе в своем... Что такое музыка? Это жизнь. Что такое жизнь? Это все. Что такое все? Что такое... Пьет воду. Жизнь – то, что нам дано с рождения. Что такое рождение? Это то, как мы появились на свет. Что такое свет? Вот. Что такое вот? Это свет. Конец. Что сегодня происходит? Мы сегодня пытаемся узнать, кто же все-таки виноват. А кто такой демон? Мне расскажут, что это такой чувак с хвостом. А хвост это что? Такой отросток. Отросток это что? Отросток чуть ниже. От спины и... Кажется, это я. А ты это что? Кто? Где? Я. Почему? Почему? Потому что. А потому что это что? Ты меня задавишь. А задавишь это как? Вот так вот. У меня почти получилось. А вот так это как? А вот так это как? Все. А жуешь-то что? Нет. Это когда обвороты. А обвороты это как? Это когда мимо ворот. А мимо это где? В пустоте. А в пустоте? Финальный вопрос. Да, да. В пустоте. Собственно, все. Это было. Это было. И оно все. Кончилось. Yeah.
были не вновь. Мы не стали без вкусу, который нас кормит. У нашей музыки нет усталых традиций. И не обязательно близ. У нее свадьбы, все часто границы. За свободных птиц обрывает тройбовая маза с горицы. Облетала на фланга. Сегодня без Никитоса, обычно с ним. А что такое с ним? С ним это когда он на сцене, а сейчас его нет, потому что он болеет, мы за них переживаем. А что такое переживаем? Переживаем, это волнуемся, напрягаемся и думаем, как же он там. А там это где? Там это в больнице. А больница это что? Больница это ну его нафиг. А ну его нафиг? А ну его нафиг необъяснимо. А необъяснимо? Необъяснимо это когда я все равно это объясню когда-нибудь. А объясню когда-нибудь? Когда-нибудь это придет, но не сейчас, это потом. А что такое сопромат? Сопромат это сопротивление материалов, включает внутренний институт в университетах. Бауманка. Бауманка – это наш главный технологический вуз. Мы два раза выступали, там очень круто студентов зажгли. Зажгли? Зажгли и не потушили. Не потушили где? Не потушили в Бауманке. Начали первый раз, два раза в их помещении института. Один раз на поле было очень холодно, а мы думали, что будет тепло. А тепло это как? Тепло это вот так. Все. Что сегодня происходит в этом замечательном клубе? Трэш, угар, рок-н-ролл, флэш, слэш, дат, моб. А что такое дата моб? Это такая аббревиатура, сейчас модная, она еще не дошла до России, но скоро дойдет. И поэтому, если вы примете в этом участие, то вы станете первыми среди тех, кто понимает эту аббревиатуру. Что такое аббревиатура? Аббревиатура – это очень сложное сочетание букв, начальных какой-то там сложный, например, строй, техмост, монтаж. Это некое унитарное предприятие, которое занимается строительством мостов. Что такое мосты? Мосты – это такие переправы, которые позволяют человеку добраться через речку не вплавь, а по суше. Что такое суша? Суша – это такая, в общем-то, 1/6 часть земли, если брать Россию. И вот эта вот суша, по которой мы ходим, не плаваем, а ходим, заметьте, это вот и есть вот это вот замечательное место. Что такое место? Место по-украински – это город. Например, если вы едете и видите место Ивановское, то знаете, что это город Ивановское. Что такое Ивановское? Ивановское – это маленькое городишко на Украине, население которого не превышает, ну, я думаю, что 20 тысяч человек, но, тем не менее, оно очень интересное, и на бензозаправке, скорее всего, продаются очень хорошие, качественные фисташки. Фисташки – это что? Фисташки – это инопланетные орехи, которые, попадая в рот человека, завоевывают его мозг, очень медленно строят на свою колонию и впаривают свои желания. И человек, который употребляет фисташки очень много, он, тем не менее, становится рабами этих фисташек. Рабы это кто? Рабы не мы, мы не рабы. А мы не кто? А мы не рабы. А рабы не мы? Рабы не мы. А мы не рабы? Мы не рабы. Мы никто. Нет, мы кто? Люди. Мы не рабы. Мы точно нет. Точно. Давай, что сегодня происходит в этом зале? Сегодня концерт. Что такое концерт? Это выступление. Что такое выступление? Это концерт. Что такое концерт? Это группа выступает на концертной площадке. Что такое площадка? Площадка – это зал. Что такое зал? Зал – это где сцена установлена. Что такое сцена установлена? Сцена установлена – там, где зал, концерт и концертная площадка, и группа выступает на сцене. Что такое сцена?
Сцена – это место. Что такое место? Место – это где подиум. Что такое подиум? Подиум – это где стоят топовые барабаны. Что такое барабаны? Барабаны – это там, где топовый чайник висит. Что такое топовый чайник? Топовый чайник – это вы увидите и будете дальше смотреть, все это увидите. Что такое увидите? Это… короче. Вот это что такое короче? Короче – это некоторых короче. А у кого длиннее? Барабанщик. Никсон, в общем, поправляйся, не подводи слот, мы ждем тебя на наших концертах, чтобы все было рок-н-ролл. Окей, Никсон, привет, братан, помнишь меня? Никсон, поверь, ты должен выздороветь 2, 3, максимум 4 дня, больше не будет, тебя все ждут, там толпа, посмотри. Огромный привет от Муси, выздоравливай. Выздоравливай, негодяй. Береги печень, почки, главное легкие. Не кури, не пей и не люби мальчика. Товарищи, важная информация. Совершенно недавно на просторах интернета появилась новая группа «Кавер-слот». Вступайте, пойте. Танцуйте, играйте, записывайте, выкладывайте, показывайте, оценивайте, и все будет круто.